Ну что же, ребятки, всем привет, с вами, как обычно, Дмитро, и вернулось прохождение за дядьку Султана. Да, все та же Игропония Сальс 4. А, все те же нубские вопросы в комментариях, что за игра. Как же меня это упарывает. Так, ну, хочется, во-первых, отметить, конечно, что был некоторый перерыв. Ну, понятное дело, сессионная пора. Поэтому я показывал в выпуске, что эта неделя такая напряженная достаточно, поэтому... Поэтому получилось, что получилось. Вот. Единственное, только вчера с утра умудрился записать Hearts of Iron, первый эпизод. Да и все, больше у меня времени не было, писаниной приходилось страдать, да. Шпоры делал, ну, как и вся студентата. Ладно, сегодня нас с вами ждет Ла Франс. Ни разу, по-моему, на него не нападали. Вот, пора бы. Да. Кстати, мне в комментариях кто-то интересную мысль предложил. В комментариях... не в комментариях, в личку писали. Предложил кто-то интересную мысль. Самые интересные воевашки скрепить. Ну, то есть, чтобы... Как вам объяснить, чтобы я снимал не все подряд, ну, не все боевашки подряд, допустим, опустить Мирди Бахри, Фиопов и так далее, и смонтировать при этом битвы, например, с гигантской Францией, с Богемией потом, когда-нибудь с Скандинавией, то есть, вот так вот. Я не знаю, по-моему, такая идейка прикольная. Я подумаю насчет этого, ну, потому что действительно... Куча снимаемого материала, довольно рутинного, сейчас нам предстоит. Просто тупое добивание оставшихся китайос с разборки. Вон там, не знаю, интересно они будут кому-то или нет. А вот битвы с крупными дяденьками, это да, это неплохо. Ну, посмотрим, я подумаю над этим предложением. Кстати, лорду Алексу большое спасибо, микрофончик, который... стоял прямо рядом со мной на момент записи Hearts of Iron. Я отодвинул, поставил на колоночку, где раньше вебочка стояла. И теперь более-менее нормально. Звук не такой резкий, что ли. Так, ну... Ладно, дядька командующий. Оп. Оп. Так, у Франции еще колония есть, но она не такая уж и жесткая. Я думаю, что тут проблем не будет. Так, и... Ну и все, наверное. Нападаем на Ла Франс. Так, Шотландия вступится. Ну-ка. О, у меня тут 30 000. Вот, давай, генерала. Какого я не назначил? Ну-ка. Сали. И Мурат. Так, Якуб. Получается, отправляется в Шотландию. Шотландию погрызть тоже будет здорово. Задание. Так, кто-то, кстати, мне предлагал в Египет пойти. Только когда уже одной верой. Закончим с одной верой, потом пойдем на мамлюков. Потому что... Ну и на Тунис можно. Потому что сейчас есть некоторая доля опасности. Что мы не успеем. Но это так. Излишние опасения. Ладно. Объявляю войну для Франции. Священная война или колониализм. Священная война. Претензий у меня нету, вот это печально. Просто дипломатов надо держать в Бранденбурге и в Богемии пока. Вот так, Шотландия, давай, призывайся. Бранденбург не вступится, да и фиг с ним. Позову Богемию, позову Марокко. Я не знаю, что Марокко тут надо. Ну, ладно. Сгодится. Подтвердить войну. Сразу же осаждать пойдем. А, да, кстати, я забыл про кое-чего. Так, ежемесячно. Ага. Дипломатический вес у нас маленький. Я забыл, что у меня тут еще войско есть непобедимое надо. Еще притащить 21 000 вот этому. Сепаратистов нету, а все окей должно быть. Ох ты. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. 30-й.
Дэвил. Славься ивент на дипачке, который произошел. Если бы нет, то все было бы очень тленно. Так. Эти в Кастиле у нас пошли, да? Осаждать домин Восьневета в Китае, да? Следующий беспорядок у нас... Ой, черти где? Непал, это вот здесь. Давай сюда сгоняем. Скорее всего, там, где я в суннизм обращаю всех подряд, там бастовочка и будет. Ой-ой-ой, смотри, какая тут нехорошая вещь может произойти. Давай дядьку генерала пока не будем особо напрягать. Накидаем подкрепление, разнесем армию французскую. Убили каких-то претендентов. Ой, тут форс. Надо отключить. Тут просто на Рюкю напали бастующие. Так. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, с другой стороны, 60 тысяч плюс еще Марокко придет. Справимся, я думаю. Ага. Нормально. Так, товарищ генерал отправляется обратно в Лион. Я думаю, что умнее будет освободить Испанию, ну, Кастилью. Или же разделить пока Францию. Не знаю, вот честно. Просто, чтобы потом отдать ее, может, Марокко. Потому что сами мы немножечко, немножечко есть проблема в том, что тут довольно дорогие провинции, все национализировать дорого, даже несмотря на то, что у нас админ идеи, что у нас на стоимость национализации. Да, ну посмотрим. Посмотрим. Вот так, дядька миссионер. Шиитов давай изгоняй. И индусов. Бургас наш. Интересно, а что марокканцам-то в этой войне надо? Они какие-то такие тут стоят, так интересно. Выиграли осаду Вискаи. Отправляемся в Бюарн. Ай, там туда пойдут куда-нибудь. Марокканцы. Ну, с Марокко, я думаю, не будет неприятностей. Богемычей только. За Богемычей тревожно, потому что... Ну, видите, что... Что-то они ливают. А мы пока подкрепление заберем. Пригодится тут подкрепление кинуть. Так, Сиена, ты чего? Бедный маленький Ла Франс. Так, колонию колумбийскую, ей можно будет вот эти вот берега обломать и все. Мне большего и не надо пока от Колумбии французской. А это кто такие? Покахис. Покахис еще живой. Аргентина тоже закрытая, то есть, ну, проблем особенных нет. Вот тут у Ла Франса надо тоже берег отобрать, постараться. Но это будет, мягко говоря, трудно. Ну ок. Мне не привыкать. Так, а там у нас как дела? Ух ты. Мин напал на Маньчжурию. Плюс... Ух, интересно. Мне бы на мин напасть. Как-то. Но Шунь поможет. Я не хочу пока с Шунем ссориться. А придется, потому что... У Ассама союз с Пегу и Шунью. У Камбоджи союз чисто с Пегу. Слушай, у Камбоджи союз с Пегу, да? Камбоджа около 50 тысяч войск имеется. И спега. Интересно. А, кстати, слушай, я про Шотландию забыл, дурак. Шотландия-то вступила в войну. Ёлки. Ой, чуть не забыл. Про Шотландию. Так. Так, тут у нас... Еще мини имеется. Можно на него напасть пока. Давай, наверное, так и сделаем. Пора бы уже. Мини сгрызть. Или нет? Нет, давай, наверное, подождем. Пусть он еще пробки покачает свои.
Вот Камбоджа была бы интересной для захвата. Было бы классно еще с Брунеем закорешиться. Ох ты, точно, с Брунеем закорешиться, если у него идеи религиозные есть. Есть! Да, реально. Можно закорешиться с Брунеем и раздать камбоджийские земли Брунею, который тут очень нехило так поднялся. Ой, это чья территория? Марокканская, что ли? По цвету такая. Либо марокканская, либо голландская. Наверное, голландская. Ну, в смысле, нидерландская. Так. Ладно. Ла Франс ко мне в гости не пришел еще, так что... Особенных неприятностей пока нет. Вести не надо ничего вводить. Выиграли осад Леона. Бастовочки там у нас... О, Бахмания. Буду бастовать. Это интересно. Бастовочка от Бахмании всегда интересно. Навара под контролем. Так, у нас там стащение, что ли? Победили шотландцев. Надо крепости у них тяпать, иначе... Иначе поздно будет. У них идеальные крепости второго уровня. Я их обожаю. Да, но больше всего мне нравится, конечно, в сердцах утюгов. Ну, то бишь, в Hearts of Iron. Там вообще класс с этим. Не заморачиваешься совсем. Просто пришел в провинцию, она твоя. Так, доплыло подкрепление. Но пока особо пользоваться им-то и смысла даже нет, потому что... Ну, видите, для Франс, я так полагаю, занят всякими ульмами и прочим. Надо до Парижа добраться. То есть, смотри, вот это сейчас что-то возьмем, надо пробиваться в Анжу, а потом к Парижу. Если мы возьмем Париж, то большая часть счета будет у нас. Так. Надо будет какую-нибудь музыку под Европу найти мне нормальную, кстати. А то новый микрофон, что-то такой звук издает в наушниках, вы не слышите. Мне вот очень даже слышно. Такой неприятный. Вот. Или музычку из этого, из самой Европы поставить. Потом посмотрю завтра, как с этим можно будет разобраться. Ну, я просто помню, что есть какой-то DLC, который авторские права нарушает, типа. А вот и Бахмания. Я же сказал, что с ними интересно будет. Их там аж 44 тысячи восстало. Так. У меня получается 6. 36? Мало. 36 мало. Надо вот этих сюда еще пригнать. Пусть осадят, тут же крепость, все дела. Я думаю, не будет никаких неприятностей. Надо просто следить за ними. Повнимательней. Кто следующий? Бенгалия. Так, Бенгалия это у нас, ну, рядышком, так что... Что там? Никаких проблем не будет. До Парижа еще никто не дошел, что отлично. Богемия помогает нам там тоже крепость какую-то сождать. Соединение с союзниками надо отключить нафиг пока. Так. Генерал, ты где? Тут у меня... Или он... Итак, подожди. Не, все на... А! Вот. Два генерала. Давай, наверное, тогда соединение с союзниками поставим. Чтобы хоть марокканский генерал нам помог. Так, на колонию или какую-то провинцию. Слушай, это чисто Османская империя. То есть, это получается у нас еще Аляска, что ли, будет? Прикольно. Я что-то забыл, что еще Аляска появится. Так. Пам-па-па-па-па-пам. У Макуа всего одна паучка останется, если мы пойдем на них. А давай. Я отдам этим. Нет, ждам всяким разным. Эти три бровки и делов-то. Анжу наш. Бахмане захватили там провинцию. Ну, а нам путь к Парижу доступен, наконец-то. Нарбон взяли Фиф. Или Файф, я уж не помню. Географию Шотландии учил. Не так, кстати, уж и давно. Просто
Просто особо не забивался, где ударение стоит, как пишется и так далее. Так. Взяли. Получается, идем в Инвернес. Клевая нация, кстати, прикольный флаг такой, как шотландский. Ага. Так, 40%. Огребли французы. Сейчас, наверное, к нам пойдут. Нет? Нет. Париж будет наш, следовательно. Ой! Ой-ой. Он чё, что ли? Он чё, всех вассалы, что ли, закинул? Или коалицию собрал? Я чё-то не понимаю. Чё-то на них полмира получилось. Как я погляжу. Какая-то дичь. Ну, ладно. Чего ты, Дмитро, думаешь? Это Бранденбург. Он какой-то забагованный. На последних патчах у меня он постоянно собирает цари. Так что я не удивлюсь, если он соберет опять. Так. Ты-ты-дэнна. Так, у меня на Аляска. Так, и вот это тоже отправить. Колониста. Ой, тут Вюртенберг гуляет, да? Да, я что-то чувствую, что Бранд собрал уже сырья, я что-то даже и не заметил. Ну, в смысле реформа, а по поводу вассалов. Наверное, включил пробы в империю, которую на захватывал. Поднял авторитет свой. Умный, зараза. Другие у меня государства никогда не собирали сырья. Абсолютно. Так, а этим можно, интересно, навязать смену религии? Может, получится миром обойтись? Так, отправить. Слушай, Лагендок было бы удобно захватить. Париж наш. Шотландия. Сейчас Шотландии придется выиграть осаду крепости, чтобы с ней сперва договориться. А с Ля Франсом там по ситуации... Так, стой! Надо поделиться и назахватывать провинции же. Эти гады нам не дадут ничего. Так, а Макуа, оказывается, еще какие-то территории имеет. Весомая. Ну, видимо, вот эта провинция есть весомая территория, нет? А, вот еще какая-то, смотри. Ну, посмотрим. Так, Бахмания, как ваши дела? Бахмани я даже без генерала, думаю, смогу вынести. Надо просто сейчас вот так подойти. Нант. Это на севере Франции получается. Окей. Отправляемся. Ой, там уже осад ведут. Ёлки. Да блин, задницей чувствую, что это Бранд. Сорепить соберет. Где-нибудь лет через 10. Писец. Ну ладно. Шо уж там. Это же за Бранд и Сри. Так. 1000 отведем назад. Легендок в стояк захватил. Ну-ка, если мы на форс пойдем, мы вот так сделаем, нет? Надо побольше тяпнуть, пытаться. Ой. Надо тяпнуть побольше. Тут у нас 35% пока. У Шотландии надо острова отжать. Маньяк. Что-то там Орегон отжал себе. Так. До сюда, я думаю, уже не дойдем. Вот эти вот поутяпнем сейчас, ну-ка. Ла Франс. Ну, агрессива есть какая-то, конечно, но... Бранд не вступит, и это радует. То есть можно тяпать, жрать его до усрачки. До усрачки, блин. Так. Слушай, интересно. Так, ну вот это вот Скандинавия у нас взбесит действие. Получается. Ну, Нант они не захотят. 121. Надо взять 121. Это считай, Ля Франс в следующей войне уже помрет, если учитывать, что
член САИ, его сейчас с костями сожрут. Можно даже не освобождать никого, просто эпизод закончить. Поотбиваться от бунтующих и все дела. Так. Ну, сперва, получается, надо с Шотландиями всякими национализации напроводить. О, Корчин появился. Ну-ка, это где у нас? Гасконь. Блин, он черти где. Так, подожди-ка минутку. Ну-ка, может Шунь все-таки... Нет, Шунь захочет. Мин очень удобно побить, но Шунь мешает. Пока Шунь мешает. Так, Сепаратюк перебьем сейчас. Там потом бенгальцы появятся, да? Неверным здесь не место. Ну, естественно, не место. Так. Железо. Объединимся. Меню форс. Пополам поделимся и пошли. Потихонечку. И да, надо будет все-таки союзиться с Брунеем. Это действительно тема будет. Так, тебя зовут Мурат. Да? Мурата перекинем. Загасим. 1000 войск вражеских. Полная выясненная вера. Не понял, в Галисии что там? Крепче, что ли? Да нет. Просто надо 1000 войск восстановить. Окей. Или просто подвести еще одну. У меня же есть. Так. Можно еще вот так взять. Ой, слушай, можно взять Кой Париж. То есть, слишком не разжигать там. Можно взять Кой Париж. Бенгальцы достанули. Ой-ой-ой-ой, много опять. Опять этих засранцев целый мешок. Так, Мурат. Вот так пойдем. А, они даже без генерала. Вот неудачники. Тут изи. Так. Все, взяли Макуа, получается. Ну, немножко неудобненько будет. Так, отдам Неджу провинции Макуа. Да, они ценные, слоновая кость и так далее, но в интересах получения одной веры хотелось бы немножко разгрузиться. Хотя бы за счет Африки. Так, Макуа. Отдаю Неджу. Ну-ка, посмотрим, может, смена религии навязать получится. Нет. Нет. Тупо. Потому что, ну как, это фетишисты или анимисты. Им жить можно, по идее, было бы. Ну ладно. Так, новые державы. Давай новые державы нас создавай. Так, ну и все. А, отказ претензий можно еще запросить у них. Килва, Ламу, Ололо, Трололо, Мамбаса, Масси, так это, вот Патэ, вот это и Занзибар. Во, шикарно получилось отправить. Да, кстати, надо еще не забыть забрать вот эти две провинции у, ой, четыре, блин, две, сказанул, конечно. Вот эти все, потому что у Франции будут претензии на Яо Джолов. Они могут захватить, по идее. Если захотят, они захватят. Так. 1000 войск сейчас подойдет. Шотландия сейчас все помрет. Задница и будет. Ну или... Или мы просто ее покусаем немного. Шотландия предлагает уже всякие перемирия. Погрызли Францию, так поделили, можно сказать.
Так, Французская Колумбия. Пам-пам-пам-пам-пам, все, мы взяли Инвернес, можно... Можно брать Шотландию и договариваться с Францией, или Б договариваться чисто с Францией, потому что захваченная Шотландия мне бустит счет. Но я все-таки возьму Шотландию, потому что... Потому что с Шотландией тут есть проблемы. Ну, сами видите, эти острова бесючие. Так, 10 расширения, да, вот все острова сберу. Ну, а остальное посмотрим сейчас по ситуации. Как это будет выглядеть. В идеале можно вот эту пару не хавать, а вот это все взять. Ну, вот и возьму так. Пока. Одна провинция, жалко. 46 расширения. Ну, окей, куда ни шло, сойдет. Так, вассалитет мне твой нафиг не надо. Договор с Ле Франсом пови. Так, создать Инвернес. Ну, пофиг. Отправить. Так, ну, в принципе, не шибко-то и упал счет. Национализация тыкаю. Тын-тын-тын-тын. А, когда там? Февраль 91-го года. Это у нас полтора года получается, да? Нет. Ну да, где-то примерно полтора года получается. Вот полтора годика подождем, потому что мы сожрем где-то на 120 решений. Ну, вообще дипломат вернется, посмотрим. Точно. Вот дипломат вернулся. Но, скорее всего, именно так. Сейчас. Допустим. Допустим, я хочу Париж. Вот это можно убрать. Да? Вот это взять. И колонии. Ой, это превышает счет. Елки-палки. Плохенько. Ну ладно, в принципе, Франция пока не будет, думаю, покушаться ни на кого. Им придется войска свои восстанавливать. Так что и так сгодится прям впритык к опасности, так скажем. Особо никого не бесит, в принципе, такое сжигание. Ну, кроме всяких арагонов, которых я давным-давно погрыз. Так что классно. Получается, что мы с вами все сделаем как по учебнику, можно сказать. Возьмем Париж, возьмем Провы дополнительные. Но в колонии не полезем пока. Колонии подождут. В принципе, оно и к лучшему может быть. Так. А, дядька Кванист, у меня еще один. Доступен, а я что-то это прошляпил. Ну-ка. Давай Аляску развивать потихонечку. Так, что можно еще, кстати, успеть сделать за это время? Как там Гондвана, в принципе, классно себя ведет. Отлично всех пересунивает, но я ее все же решил заанексить. Пора бы. Индия довольно богатый регион. Вот. А у Гондваны нет религиозных идей, то есть она может все-таки меня в ответственный момент подставить. Вот у Цанг будет перспективней. Можно будет тасамские территории ему отдать. Рюки вот сажать придется. В ближайшее время тоже. Так, есть какие-нибудь еще предложения? Ну-ка. Луба. Манмата по 25 тысяч. Но это надо дополнительные войска сюда кидать. А это пока не очень выгодно. О, зебра. Прикольно. Так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Ага. Ладно. Давайте поехали дальше, что ли. Прогонимся. Что тут есть? Какой-нибудь смысл еще повоевать с кем? С Казанью. Зачем сунниты? Вон благочестию. Волынь. Скандинавия, Ливоны, Союз. Тут Скандинавия. Все Скандинавии вот эти вот дружат. Рига далековато пока, неудобно находится. То есть подождать придется. Так.
Тут бастовочки, кстати, могут быть. Султан из Черкесии. Халифа добавит султанат. Мнение Черкесии изменится. Или халиф не признает. Так, сейчас. Из далеких земель владыка-держава Черкесия прислал посла, чтобы получить с нашей поддержки в создании им нового султаната. Теперь мы должны решить, назовем ли мы их благочестивыми мусульманами. Ну, создание нового султаната — это классно, в принципе. Что это за дичь, конечно? Я немного не понимаю. Получается. О, западники. Классно. Тут уже все западниками стали. Черкесы. Адские макобесы. Ой, Ле Франс. Конго, Весновеге. Еще кучу всего Весновеге. Ох, давай. Давай, давай. Ой, тут миссионер у нас. Читает национализация. А, вот они. Ага. Публикации запретим. Админка, в принципе, есть. Мы в пути. Беспорядочки, ут санкция. Ну, если они бастанут, можно будет их земельки передать вассалу нашему. Если жестко бастанут, прямо так. Так, Уцанг у нас в землях Тибета. Тут мостика нету пока что. Немного напряжно. Поэтому надо бы на Ассам уже нападать или на Джунпур, на кого-нибудь из них. Так, Джунпур у нас с Пегу в союзе. Но это не, тогда немного потом. Надо сначала с Ассамом забраться. Все-таки сперва с Ассамом. Так. О, тут Мантуя, кстати, есть двухправенчатая союз, папская область. Наверное, папская область из европейцев будет следующей нашей целью. Антиклерикализм состоять, платить. К Джайле. Уровень автономии упадет, лояльность. Давай. Денежки получим. Так. Ды-дын. Нелояльные сословия. Ай-яй-яй-яй. Так. Шотландия со всеми помирилась, меня ненавидят теперь просто. Как это прикольно. Так. Рагон нас оскорбил. Ты мне тут не петюкай, а то сейчас гребешь еще. О, кстати, независимость Франции гарантируется, да? Интересно. То есть можно будет даже в следующий раз на Рагон напасть. Чтобы снова Ле Франс пришел, чтобы мы его добили окончательно. Так что следующий эпизод, наверное, не получится снять, как мне предлагал кто-то. Повторюсь, чисто крутыми воинами, такими большими, масштабными. Да, пойдется снять. Ну, потому что интересно, прикольно будет, если Ле Франс снова вступится. Отмутузить его. Так. Назначить новых дипломатов или улучшить отношения с богемами. Ну, давай дипку все-таки, потому что сейчас дипка пригодилась бы для... вкачивание технологий, да и для аннексии. Видите, минус один прирост. Шунь, поезд проход. Гуляй, Шунь. Так, Шунь. Все еще идет эта война непонятная. И Мин побеждает, как ни странно. Там еще эпохи что-то творят. О, партикуляристы набастовали целую кучу. Так, надо против партикуляристов какой-то отряд выдвинуть. Ага. Тоже захватим, может, к счету добавится немного. Ага. Вот так, подожди. Давай вот этот отряд уберу. Дын-дын-дын. Ну вот и все. А вот и классно. Ле Франс, давай дружить. 96. Так, это мы расширение набрали. Ого-го, сколько? Можно взять колонию попробовать. Ну, посмотрим. Здесь получается ничего. Тут тоже ничего. Дорого, да? Или не дорого. Как они называются? Тут потому что баг, сами помните. Я показывал Кумана и Каракас нам нужны, да? Кумана и Каракас.
к... Подожди, они у нас же по алфавиту, нет? А, во, можно просто нажать, счет увеличу. Да, Кумана и Каракас, можно их спокойно забрать себе. И здесь вот эти вот две провы было бы... Ой, их три. Плохо. Так. Давай вот, вот эту, 99, да, и вот эту, 100. К миру нам тогда потом займемся. Так. В принципе, никого это особо не обозлит, кроме, ну вот, Скандинавии всяких, Тевтонских орденов и прочего. Пока у меня в друзьяшках есть Богемия и Бранд, я думаю, тут неприятностей не будет. Никаких. Отправить требования. Так, только надо глянуть, как мнение у них изменилось. Да, в принципе, не фатально. То есть, можно жрать и жрать теперь. Спокойно. Вот и классно. Национализация тыкаю тогда и пока закончим. Что-то у меня тут столько провинций захвачено, что даже повисло немножко. Тут все. Так, можно соперника тыкнуть. Бранд, да? Нет, Бранд мы не будем тыкать в соперники. Вот, ну на этом пока закончим. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении этого мракобесия. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.